На Костелло, вот посмотрите отсюда, как видно, какие закругления, да, какие кривизны. Идем дальше. Пойдем посмотрим. Потому что я что-то увидела, что там, мол, что-то такое в стиле Костеллушка. Нет, так нет, вернемся. Я так понимаю, город, конечно, не маленький. И вот, посмотрите, идет плита и вымощенность. Еще ни разу не было, посмотрите, еще не было нигде, блин, асфальта, ребятушки. Я уже сколько здесь нахожусь. Сейчас посмотрю, сколько я здесь нахожусь. Я уже, наверное, час нахожусь здесь. Посмотрите, а здесь еще и галька пошла вообще. Смотрите, какая вымощенность. Как красиво сделано, да? Видите? Просто нету. Они игнорируют асфальт. Тут вообще все просто. Опять самолеты эти. Все в кирпиче, ребятушки. Знаете? Так, ладно, я туда пойду. Смотрите, опять дом. Смотрите, да? Но потом я пройду по этой улице, пока и будет очень, наверное, сильно видно, какая она выпукло вогнутая. Здесь такая дверь, да? Красиво, посмотрите, вообще просто, посмотрите, как какая выпуклость. Офигеть. Палаццо Фалетти. Ребятушки, 14 век. И вот стоит, еще и так кто-то там функционирует. Вот эти цветочки. Глядите, какой это, да? Видите, какой сгиб, да, выпуклость. 14 века дом, да, вообще. Ой, просто, ну не могу. И там арки, видите, видны арки, кстати. Внутри дома. И такой вот этот кирпич классный, да, такого приятного. Не прямо не оранжевый такой, знаете, а вот приятный. Так, сейчас смотрим, да? Вот я хотела посмотреть, что это. Нет, вы посмотрите, что вообще просто. Все вогнуто выпуклое. Смотрите, какая арка. Из-под земли, да? Вот там, видите, что? Вот там. Все-таки хочу посмотреть, потому что потом у меня уже точно не будет сил. А сейчас... Схожу, посмотрю все-таки. Пока еще силы есть. Я же люблю все время подниматься на гору, на какую-нибудь. Вот. Ну, раз Маш нашла гору, значит, надо подняться. Что-то полуразрушенное, ну, посмотрим. Показать вам, что везде стены. Вот, видите, тоже видно, да, кстати, что стены везде кирпичные, видите? Видите? Скузи, леди Асти. Ну, парла Елена. Ну, окей, валива кедра, кузе, questo. Не гасте. Окей, окей. Скузи, леди Асти. Эй, парла итальяно. А, 8.7. А, скузи. Короче, я
на каких-то напала иностранцев, блин. Нормально, блин? Ой, не могу. Я так понимаю, не знаю, на каком, на немецком, может, не знаю. Нет, но такая. Короче, никого здесь не застите. Посмотрите, как нужно подняться. Круто вверх. Круто вверх надо подняться. Смотрите, видите, все время кирпичная стена, видите? Сейчас мы поднимемся вверх. И посмотрим, видите, посмотрите, стена, видите? Ага, как я и говорю, здесь стена, видите, кирпичная. Ну, не обязательно, но в основном кирпичная, да. Как бы база у них всегда практически кирпичная. Тут, видите, наши, посмотрите, и прямо вот... Не просто полосы, ребятушки, я иду и чувствую, как это углубление, это не просто полосы. Вот, посмотрите, стена, видите? Посмотрите, стена. Посмотрите, как уже нужно подняться высоко тут. Видите? Смотрите, наши трубы роста. Ой, ну сейчас поднимемся, посмотрим, что это такое. Какой-то вход, да, посмотрите. И там тоже стены, поглядите, да? Смотрите. Видите? И все из кирпича, да? Посмотри, сколько у меня уже минут. Неужели я... А, я думаю, только недавно включил. Смотри, здесь как интересно идет он. Тоже как-то на книзу. Смотрите, как сделано, да? Смотрите. Как-то, мне кажется, это не рассчитано вот на этот подъем. Мне кажется, тут совсем, мне кажется, по-другому было. Видите? Потому что по отношению к нам, посмотрите, оно как идет вниз. Смотрите, да? То есть это не было рассчитано вот на этот такой подъем, мне кажется. Так. Так, все, это верх, самая верхняя точка, на которой я поднимаюсь. Больше я не буду подниматься. Надеюсь, это оправдано. Смотрите, как она закругляется, да? Посмотрите, как красивенько, да? Видите, как она красивенько закругляется. Вот, тут, видите, она... Видите, кругленькая она, видите? И вот, посмотрите, как мы наверху стоим. А, и вот тут стена с аркой, видите? Поглядите. Сейчас посмотрим, что там. Тут тоже, видите, арки, кстати. Сейчас посмотрим, что это. Ну, это как бы верхний слой стен, господи. Вау, поглядите, что здесь, ребятушки, что здесь я вижу. Видите, это стены, вот, подождите, я сейчас перейду в ту сторону. Тут, посмотрите, тоже стены, но это вообще, это что-то шикарнейшее. Посмотрите, какие тут вазы, да, вазоны. Тут то же самое, видите, это идет стена с арочками, с нашими, поглядите. Ой, какая прелесть. Да, не зря я себя поднялась. Не зря. Сейчас я пойду туда. И тут еще, ну это может быть уже наши сделали, я, конечно, не знаю, но вот это нет точно. Это точно стена тоже. Блин, посмотрите, тут идет. Погляди.
турбороса, да еще и с аркой. Посмотрите. Нормально, да? Уже арка заложена в ней, видите? В программе. Ой, там земляника или что-то. Посмотрите, да? Поглядите. Ягодка. Так. Вот посмотрите, да, какая прелесть. Какая прелесть. Все кривое. Все кривое, но при этом есть. Это как будто нововыросшая, да? Я не думаю, что это ее построили тут. Видите, она, в отличие от других, она очень хорошенькая такая. Да? А это, и посмотрите, как все, юбочка, видите? Тут, посмотрите, наша это. Вы глядите, какая прелесть. Вообще. Да, ради этой арочки стоило сюда прийти, этой, ради этой стены. Представляете, какая мощная стена тут идет, да, видите, наверху. И сколько этих тут стен, и тоже она кривая, видите. Не тут, а вообще везде, во всей земле. Все эти стены с арками, блин, и т.д. и т.п. Вот, видите, тут как бы кожу пытались снять, но там тоже все. Ее не снять, пока она сама не захочет. Я уже говорила это. А, это не земляника, потому что я подумала, земляника уже была давно. Это боярышник, видите, вот-вот. Видите? Боярышник, да, сейчас сделаю себе венца. Вот вы посмотрите, да, какая прелесть. Ой, так я не могу снимать, ребятушки. Вот, вот такие арочки, хоть рядышком снять, совсем близко. Тут вот эти вот опоры такие, да? Смотрите, как выходит арка из опор. Все, все продумано, все. Все сделано на высочайшем уровне. В смысле не сделано, а само произвелось. Потому что никакой гений это такое вот так вот не сделает, ребятушки. Где соединение идет? Вот. Вообще. Видите? Идем посмотрим, что там. Видите, тут пытались отодрать, пытались. Смотрите, там тоже. Видите, и дырки, они тоже внутри, да? А не только вот как снаружи. Тут непонятно, то ли само. Неужели вот такой вот ширины, да? Посмотрите, сколько кирпича, да, слоев. Посмотрим, что там внутри. А, ну внутри там ничего, будет улица просто. То есть я хожу по стене, ребятушки. Вот. Все неровное, все слоями. Так же, как я вам говорила, вчера проезжала как раз около термы Миланского, тоже там все вот так же. Как бы слои немножко оторваны, но все стоит. Вот посмотрите, какая у нее вообще, какая у нее до этой, до, посмотрите, какой у нее слой вообще у стены огромнейший. Вот, посмотрите, да? Вот только это вообще огромная такая, и там еще, посмотрите. То есть огромнейшая вот на вот вся вот. Смотрите, какой слой стены. Метра 4, наверное.
И вот торчит то, что вот куда мы сейчас должны сходить. Поглядите, да? И посмотрите, как она наклонена, да? Наклонена в ту сторону, в правую. Хочу посмотреть, что там дальше. Может, больше не пойду смотреть. Уже понятно, что стены арочные. Но посмотрите, видите, как она продолжается, да? Вот это да. Вот опять вам покажу. Слои, видите? Все тут закрыто, чтобы люди не упали туда. Там, извините меня, падать-то будет. Тут вообще вот внизу арка, да? То есть она идет под землю. Вот. Тут, посмотрите, откопали. Как бы, да? Смотрите, отколошматили, а там тоже арка, видите? Вот, то есть... Они появляются... Ниоткуда. Ну, тут я буду долго идти, ребятушки. И тут ведь тоже попытались идти разобрать. Но невозможно это, невозможно. В общем, ладно, вы поняли, что дальше такая стена идет огромнейшая, да? Вокруг. Вокруг вот этого города, где я сейчас внутри была. Вот. Ну, это тоже там, скорее всего, стена, видите? Потому что где я стою на стене. Пойти, что ли, там погулять, да? Выйти с другой стороны. В общем, ребятушки, вот такие пирожки. Такую прелесть я нашла. Поэтому стоило идти, стоило терять время немножко. Ну, поглядите, как они все направо, да, наклонены вообще. Обалдеть. Вот. Я сейчас спущусь, пойду обратно. Да. Ну, вот там вот туда, что-то там идет, какое-то, видите, строение, относящееся к этой стене. Но я уже туда не пойду, ребятушки. Ой! И смотрите, как интересно, все время на какой-то самой высокой точке всегда какой-нибудь фонтан, да, заметили? Вот, смотрите, да? Вот. Там дом в нашем стиле. Там, наверное, парк. Они гуляют там. Раз дети бегут, значит, там парк. Вот. Тут тоже, посмотрите, да? Видите? Тут тоже стена. И тут тоже, посмотрите. В общем... Просто сплошной слоеный пирог стен. Это вот яйцо тоже вообще жуткое, да? Орех такой вот еще. Двини наши наверху на самом. Так, ну ладно, ребятушки, заканчиваем с арками и включаем новое видео. Вот еще раз покажу их. И они еще какое-то свое действие сделают. Ладно. Пока-пока.